Октябрь окунулся в тень. Луч солнца туча застилает. Унылый дождь встречает день. Вновь осень крылья расправляет. Здравствуйте, дорогие телезрители! А вот нашим студентам не страшна осенняя хандра, ведь они всегда заряжены на работу и на творчество. О достижениях ребят на этой неделе мы и расскажем. В эфире университетский хронограф, а в студии я, его ведущий Никита Романов. Сегодня в выпуске. День рождения отметили по-деловому. Философия через кинокамеру. В поисках интересных идей. Фил Фэмили, встречай первый курс. На этой неделе учителя и педагоги отмечали свой профессиональный праздник «День учителя». Хотя, по сути, этот светлый день и всем нам дорог. Ведь у каждого в памяти и первый учитель, и все, кто год за годом открывали и открывает перед нами двери в страну знаний. А для коллектива Института педагогического образования и социальных технологий ТВГУ это был двойной праздник. Рассказывает Елизавета Егорова. Молодые педагоги – будущее Тверского образования. Именно такое название у круглого стола, за которым собрались директора образовательных учреждений Твери, в том числе выпускники, студенты и преподаватели Института педагогического образования и социальных технологий ТВГУ. На встрече обсуждали вопросы, касающиеся актуальности профессиональных компетенций, заложенных в образовательные программы, проблемы и трансформацию современного обучения, индивидуального подхода к каждому ученику, и их мотивации к получению знаний. Миссия учителя, она как раз в том состоит, что он своими профессиональными средствами осуществляет переход растущего человека из настоящего в будущее. Он должен обеспечить все, чтобы этот человек изменялся, рос, развивался за эти 10 лет в школе. Но это же он переходит каждый год из настоящего в будущее, в завтрашнее. Поэтому вот это вот учитель, мне кажется, вообще находится на точке пересечения настоящего и будущего. Участники круглого стола подчеркнули необходимость внедрения дисциплины практик, способных заложить базовые умения по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также традиции инноваций в профессиональной деятельности современных педагогов. Конечно, сегодня он должен быть очень мобильным. Он должен уметь очень быстро разбираться в тех реалиях жизненных, которые существуют. Он должен уметь приспосабливаться к той обстановке социальной, которая тоже постоянно меняется и существует. Присутствующие на конференции тепло поздравили коллектив и пост с очень серьезной датой. Этому учебному заведению исполнилось 35 лет. Юбилей обычно желаю долгие лета, институту процветать, институту, так же, как и всем педагогам, уметь меняться, приспосабливаться, предлагать новые современные, интересные, полезные программы, готовить специалистов новых, востребованных профессий, ну и, конечно же, иметь вот таких вот благодарных, прекрасных выпускников, которыми можно гордиться. К этим пожеланиям присоединяемся и мы, Елизавета Егорова и Алексей Горобий. Не секрет, что студенческая жизнь очень многообразна и незабываема. О ней рассказывают будущие журналисты, студенты филологического факультета ТВГУ, которые каждую неделю трудятся над созданием нашей программы. Обсуждают на планерках новые идеи, работают над ошибками, встречаются с интересными людьми, будущими героями своих сюжетов. В этот раз гостем такого творческого собрания стал иеромонах Силуан. Именно здесь, в древней обители 15 века, Краснохолмском Николаевском Антониевом монастыре, и трудится отец Силуан. Помимо церковной деятельности, он известен как сценарист и кинорежиссер, в сфере внимания которого – проблемы просвещения, нравственности. Совсем недавно состоялась премьера двух его киноработ по рассказам Чехова и Солженицына. Студентам направления журналистика тоже довелось побывать на кинопоказе, но уже в стенах родной студии. Автор представил молодежной аудитории фильмы «Пасхальный крестный ход» и «Казак». Мы взяли одного актера, посадили его за стол.
и заставили сделать так, чтобы в 15 минут он держал внимание зрителей. Антон Павлович Чехов. Казак. Горчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Объединяют картины две истории, рассказанные Солженицыным и Чеховым, подсмотренные ими во время празднования Светлого Христова Воскресения. Не оставили зрителей равнодушными работы заслуженной артистки России Алены Бабенко и артиста Вадима Андреева, сумевших передать чувства, вложенные авторами в свои произведения. Каждую строчку этого рассказа они стараются пропустить через собственное сердце, через собственное восприятие. И вот мне кажется, что вот это самое главное, что объединяет все эти рассказы в одну такую яркую черту, яркую красную линию. После просмотра студенты смогли пообщаться с отцом Силуаном, поделиться впечатлениями, обсудить возникшие вопросы. Ведь многое в повседневной жизни мы просто не замечаем. Но они же слышали, они же задумались, они же увидели эти слезы актера в этом рассказе. Но это не может остаться бесследно. Такие встречи нужны, потому что некоторые студенты, допустим, после подобных встреч захотят приобщиться к религиозным направлениям, больше узнать о православной церкви и просто какие-то для себя сделать выводы. А совсем скоро состоится премьера еще двух фильмов иеромонаха Силуана по рассказам Чехова «Студент» и Никифорова «Волгина. Солнце играет». Их выхода в прокат с нетерпением ждем и мы. Анастасия Захарова и Полина Ельшина. Бесспорно, чем более широк спектр полученных нами знаний и информации, тем успешнее мы реализуем свои мечты и планы. И возможностей для этого сегодня немало. Судите сами. В загородном комплексе «Компьютерия» Центр студенческих инициатив Тверского государственного университета в очередной раз собрал студентов, которые стремятся овладеть самыми разными знаниями и навыками, теми, что, несомненно, пригодятся им и в студенческой, и в профессиональной жизни. Отборочный конкурс более чем из 60 человек прошли самые инициативные ребята, которым предстояло познакомить всех со своими оригинальными идеями, обсудить их с участниками лагеря и, конечно, овладеть многими знаниями в разных сферах жизни. Студентам предлагался небольшой, но емкий курс подготовки, в который входили лекции, тренинги, мастер-классы, практические занятия и многое другое. Лагерь «Актива» Тверского государственного университета – это одно из самых важных мероприятий года для Центра студенческих инициатив. Мы, команда организаторов, разрабатываем его каждый год и стараемся сделать образовательный блок максимально насыщенным и добавляем туда различные интерактивные направленности. Таким образом, мероприятие получается очень ярким и заряженным на эмоции. Основная задача, которую ставят перед участниками лагеря, это анализ и проработка различных идей, воплощение которых сделает студенческую жизнь еще более насыщенной и разнообразной. По мнению организаторов, ребята отлично потрудились, а это значит, что в самом скором времени их проекты могут быть реализованы. В целом, Центр студенческих инициатив – это одна большая команда. И даже несмотря на то, что у нас есть направление деятельности, мы всегда готовы помочь друг другу. Если брать ребят, которые только пришли, на мой взгляд, все очень хорошо вписались в нашу атмосферу. Эти дни запомнятся надолго, ведь ребята не только пополнили свои знания и умения, но и приобрели здесь новых друзей. Разъезжались они заряжены этой атмосферой, духом лагеря, готовыми к новым поискам интересных замыслов и, конечно, к их воплощению в жизнь. А на филологическом факультете завершился традиционный фестиваль талантов, на котором свои творческие возможности демонстрировали первокурсники. Увидеть и оценить этот праздник смогла и Оксана Костина. Ожиданием полон весь зал. Но особое волнение испытывают, конечно же, первокурсники. Ведь это им вот-вот на сцену, где они должны продемонстрировать свои способности и побороться за место в активе филфака, в большой семье филфэмили. Направления самые разные. Вокальное, театральное, танцевальное и даже оригинальный жанр. Субтитры сделал DimaTorzok.
Внимание зрителей заслуживали многие выступления первокурсников, но особенно запомнились те ребята, которые представили свои собственные авторские программы. И кто знает, может, кто-то из них со временем станет в один ряд с известными исполнителями. Даже на первую репетицию ребята уже подошли очень готовыми, очень чистыми, то есть мы уже их номера просто шлифовали. То есть если были до этого, например, фестивали, где мы иногда меняли прям кардинальные номера, то здесь мы только просто шлифовали и давали какие-то советы свои, как сделать лучше. Поэтому в этом году прям супер круто. А пока судьи решают судьбы участников конкурса, первокурсники с волнением ждут результатов. Это прекрасно, что такие мероприятия вообще организовываются, и тем более друзья и одногруппники приходят нас поддержать. Просто буря эмоций, на самом деле это очень сильно, это такая атмосфера, которую просто не передать словами. Это люди, которые могут в любой момент поддержать, и тебе просто хочется с улыбкой выходить на сцену. Это было просто прекрасно. Не меньше волновались и болели за дебютантов и те, кто еще недавно точно так же старались заявить о себе и для кого факультет уже стал родным домом. Я второй год на фестивале талантов, и в этом году я в роли ведущей. Ощущения совершенно другие. Ты смотришь уже на первокурсников, видишь, какие они заряженные, вспоминаешь себя. Это очень сильно радует. Итак, фестиваль финишировал, но нет сомнения, что многих из его талантливых участников мы снова увидим на университетских сценах. Новых творческих побед этим ребятам желаем и мы. Оксана Костина и Алексей Горобий. Что и говорить. Этот фестиваль всегда ожидаем и любим. Вот и на этот раз не разочаровал. А сейчас настало время традиционной встречи с проректором ТВГУ Натальей Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна! Скучать действительно было некогда. А что готовит нам будущая неделя? Здравствуйте, Никита. У нас, как обычно, очень насыщенно, и большое количество мероприятий проходит в точке кипения Тверского государственного университета по адресу улица Советская, дом 58. Так, 12 октября сразу же два больших мероприятия. Экономический диктант 2021 и вручение премии победителям студента года 2021. Это всероссийская премия, и закончился региональный этап в Тверской области. 13 октября там же пройдет форум «Проактив». 13 октября в третьем корпусе Тверского государственного университета мы ждем мужчин, потому что там будет проходить отбор в мужскую сборную по футболу. Ну и 15 октября на факультете иностранных языков и международной коммуникации пройдут посвящения в студенты для наших первокурсников. Ждем всех с радостью на наших мероприятиях. И, конечно же, о погоде. Погода стоит прекрасная, но, к сожалению, это не навсегда. До вторника. Поэтому в эти выходные и в понедельник я всем желаю насладиться такой прекрасной золотой осенью. Температура воздуха в дневные часы плюс 10, плюс 11 градусов. В ночные, правда, возможно, уже небольшие заморозки. Ветер не сильный, 2-3 метра в секунду южных направлений, юго-западных направлений. Атмосферное давление сегодня еще 766 миллиметров тутного столба, но начинает понижаться. И, соответственно, к началу недели, ко вторнику, понизится до 745 миллиметров тутного столба. Вот в этом смысле метеозависимым или метеочувствительным людям нужно прислушаться к своему организму. При этом выходные нас ждут малооблачные, без осадков. Ну, я уже еще раз просто призываю к тому, чтобы насладиться такой прекрасной погодой. А вот ко вторнику к нашему региону подойдет давно ожидаемый циклон, который принесет изменения в характере погоды. Но эти изменения выразятся в основном в осадках. Они будут не очень значительные, но тем не менее зонтики нужно будет с собой брать. Температура воздуха по-прежнему окажется в дневные часы плюс 8, плюс 9 градусов, а в ночные будет повыше за счет того, что будет плотный облачный покров, который будет выполнять роль одеяла для земной поверхности. И поэтому в ночные часы заморозки не ожидают. Плюс 4, плюс 5 градусов. Ветер по-прежнему пока остается южных направлений, но в понедельник и во вторник усилится до 5 метров в секунду. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна.
Надеемся, что и вы смогли прочувствовать атмосферу студенческой жизни. А пока это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Делитесь своими мнениями о программе в нашей группе ВКонтакте. Нам это важно. Снова увидимся через неделю.